Так. Ребята, я вас очень сильно прошу. 25-й батальон, осталось 20 человек. Нужна помощь срочная. Кто может дозвониться до этого блядского правительства нашего? Скотины до чего? Да запомогите, Айдар! Дайте, выручите наших пацанов. Пацаны тут погибнут, как пушечное мясо. У каждого сейчас по две гранаты в руках. Да сколько же это можно будет? Пожалуйста, их осталось 20, у меня сын там. У него ребенок маленький. Если боекомплекта ноль, они гранаты взяли в руки и держат. До каких это пор будет продолжаться? До каких пор наши пацаны будут гибнуть? Значит, если погибнут пацаны 25-го, пойдемо туда их. Усих возьмем. И не будет пощады ни одному. Мы вот этих, что стоят против нас, готов лицо знаем. Лучше ближе к теме. По возможности поднимут всех на уши. Кто может, поднимайте всех на уши. Что правительство дало какую-то технику, какой-то БК, бля. Пусть ребят, пусть это прекрасно. Есть лучшие батальоны, есть нацгвардия, которые там ближе. Пускай, они ждут приказа. Ждут приказа, пускай дадут приказ. Выход на помощь им. Один плюс один. Ребят, 20 человек их осталось. Что у нас творится? Киевская Русь погибает. Не будет батальона Киевская Русь. 20 человек тупо осталось. Все, пацаны тупо сдали уже. Без патронов. Без все, без патронов, все. Без нахрена стоят. Пусть вытягивают из кокла, пацаны. Да дайте подкрепление какое-то, нацгвардию, там какой-то еще батальон. Пацаны тупо гибнут. Пацанов остались гранаты, больше ни хрена. Менты, вони стоят. Он, сколько их стоит. Ай, машины идиотов там. Хай пускают туда. Русская хуже Иловайского кота. Хай пускают туда, оно стоящее. Телефоны в них, я звоню на 2 номера телефона. Ребята, всем просьба достучаться до нашего правительства. 25-й батальон, осталось 20 человек. 20 человек, помощи им нету. Пацаны взяли в руки гранаты. Что это творится?